Ну что, ребят, такого мотоцикла у нас еще не было на тесте, на покатушке. Вообще лютый аппарат. Сейчас будем заводить его, как заводили его в старые времена. То есть вот я показывал ключ. Вставляем. Лампочки светятся. Ну и... Все, заработал. Курилка снимает с подставки. Смотрим тормоза, куда чего. Первое. Ну и поехали. Ну, для меня это давно забытое ощущение, вот это юпитерские. Просто ракета. Что самое интересное, я сейчас еду по бетонным стыкам, по плитам. По идее, должно волтузить, да, там трепать. Но этого не происходит, потому что ходовая почему-то работает, вообще огонь. Удивило вообще. Просто вообще так интересно едет, мужики, огонь. Очередной поклонник, мотопоклонник, зубачка. Меня удивила ходовая. Все читает, все сказочно. Прекрасно рулится, вообще нейтрально совершенно. Наверное, один из самых приятных мотоциклов вообще, до которых я ездил. Те, которые тестировал чужие мотоциклы, один из самых приятных. Там собаки, мы назад не поедем, сейчас нас съедят, они нас зачикают. Я тут позакрыл, забрало шлема, визор, потому что задувает, слезы текут. Ну я вообще под впечатлением большим. Мне только здесь единство не нравится, вот одно в этом мотоцикле. На сиденье вот эта ручка, за что держится пассажир, она упирает, и в нее упираешься задницей, то есть нельзя переместиться назад. А так огонь. Вот вторая передача. Можно прям сувать третью. Вот, видите, ручку повернул, он поехал.
четвертая. Все это без выжима сцепления. Одним полуавтоматом работаю. Вон, зубачки бегают. Что, мои ребят, закончили тест мотоцикла Катуха. Слов нет, как я уже говорил, про техническую информацию нет смысла тереть. И так ее очень много разной. Сейчас только чтобы не мешался он, мы сейчас чуть переедем в стороночку. А, так. Такой вот аппарат лютый. Закрываем кран. Отличное впечатление о нем.